Сегодня в Советском районном суде Казани допрашивали свидетелей по уголовному делу о незаконном обороте больше тонны наркотиков. По версии следствия, 7 человек, находящихся на скамье подсудимых, а также иные, скрывшиеся от следствия фигуранты в 2014 году, создали преступное сообщество и следующие 2 года занимались незаконными поставками крупных партий наркотических средств из Китая в Россию. В их съемных квартирах оперативники обнаружили и изъяли более тонны наркотических средств. Адвокат 3 граждан Китая сегодня не явился на процесс, им временно предоставили другого защитника. Дело, вероятно, будет слушаться очень долго.